15 июля предприниматели, которые напрямую работают с клиентами, смогут получить субсидию налоговой службы на средства индивидуальной защиты и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Организации получат по 15 тысяч рублей и по 6,5 тысяч рублей из расчета на каждого сотрудника. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных сотрудников, он получает 15 тысяч рублей. Если индивидуальный предприниматель либо организация, обязательно включенная в реестр МСП, имеет наемных сотрудников, то для расчета берется численность сотрудников за май текущего года. Заявление на финансовую поддержку можно отправить на электронную почту налоговой или через личный кабинет плательщика с 15 июля до 15 августа 2020 года. Среди тех, кто может получить компенсацию, некоммерческие организации дополнительного образования, предприятия физкультурно-оздоровительной сферы, гостиничного дела, ателье, мастерские и салоны красоты. Салоны красоты какие-то работают, в соответствии с указом губернатора выполнили определенные условия и смогли открыть свои двери. Да? Есть салоны красоты, которые не работают, ждут перехода на второй этап, но, тем не менее, такие предприниматели тоже могут получить эту субсидию, поскольку после открытия им в любом случае придется выполнять вот эти требования, приобретать дополнительное оснащение, средства индивидуальной защиты. Также продлили сроки предоставления компенсации из городского бюджета на зарплаты сотрудникам. Предприниматели могут подать заявление до конца июля и получить средства за период с 28 марта до 30 июня. Подробную информацию по условиям получения субсидий можно узнать в Центре поддержки предпринимательства по телефону 9-92-63. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.